Ростове с началом отопительного сезона продолжилась реализация губернаторского проекта «Социальный уголь», который находится на особом контроле главы региона Владислава Хавалыга. Доставляют уголь семьям в Кызыле и районах республики. Губернаторский проект «Социальный уголь» предназначен для семей, для многодетных малообеспеченных семей, которые имеют 4 более несовершеннолетних детей, чей доход ниже прожиточного минимума. В этом году поддержку должны получить 2971 семья. На этот день получили уже поддержку 2726 семей. Поддержку получили семьи 16 муниципальных образований республики. Доставка произведена на 100%. На сегодняшний день доставка не завершена в Тандынском Кажуне, в Тоджинском Кажуне и в городе Кызыле. В Тандынском Кажуне и городе Кызыле поставщиком у нас является группа «Транспортный сервис и проект». Они обязуются завершить до конца следующей недели. И также у нас по Тоджинскому Кажуну поставщиком является Тоджинское лесничество. На сегодняшний день у них практически больше половины на доставку произвели и тоже обязуются на следующей неделе завершить доставку. В этом году на реализацию проекта из республиканского бюджета выделили более 30 миллионов рублей, которые идут на приобретение угля, дров и их транспортировку. По поручению Владислава Хавалыга меру поддержки окажут 2971 семье. Из них 122 семьи, проживающие в труднодоступных населенных пунктах, будут обеспечены дровами. В рамках проекта семьям предоставляется уголь в размере 2 тонн 142 килограммов. И для семей, которые проживают в Терехольском и Тоджинском Кажунах, предоставляется в виде дров. Это на одну семью 4 тонны 800 килограммов дров. В следующем году прием документов на получение поддержки пройдет с 1 февраля по 28 марта. Министерство труда и социальной политики полностью формирует реестр семей. Далее список передается в Министерство топлива и энергетики, которое занимается доставкой угля. Инна Клоян, Буяна Юн, Дарина Даргат, телеканал Тува-24.